Газонокосилка робот Husqvarna Automover – это не просто газонокосилка. Это роботизированная концепция, которая обеспечит вам идеальный газон. Плюс дополнительное свободное время. Чтобы показать, как она работает, мы установили газонокосилку робот Husqvarna Automover на большом садовом участке. Мы объясним, как работает автомувер, как произвести установку, как газонокосилка стрижет траву, как она справляется практически с любым участком, почему она улучшает качество газона и какие имеет системы защиты и безопасности. Газонокосилка робот Husqvarna Automover состоит из трех компонентов – сама газонокосилка, зарядная станция и ограничительный провод. Husqvarna Automover работает в пределах периметра, заданного ограничительным проводом. По проводу проходит сигнал, посылаемый зарядной станцией. Как только газонокосилка-робот приближается к проводу, она получает сигнал, останавливается и продолжает работу в другом направлении. Husqvarna Automover работает полностью автономно. Когда уровень заряда аккумулятора падает, газонокосилка самостоятельно возвращается на зарядную станцию одним из трех способов. Она может использовать сигнал с зарядной станции идти по направляющему проводу или по ограничительному. Когда аккумулятор полностью заряжается, газонокосилка сама возобновляет кошение. Для установки газонокосилки робота требуется определенное время. Время придется потратить, но всего один раз. Ведь потом многие годы вас будет радовать великолепный газон, не требующий ухода. Установку можно сделать самостоятельно, но мы рекомендуем поручить ее официальному дилеру. Наши специалисты используют в том числе кабели-укладчики, оперативно прокладывающие ограничительный провод и имеют опыт работы на самых разных участках. Ограничительный провод прокладывается по периметру рабочего участка так, чтобы ваша газонокосилка косила траву только на заданной территории. Провод также можно проложить вокруг цветочных клумб и других мест, где кошение не требуется, создав так называемые «островки». При параллельном и максимально близком размещении провода, идущего в обратном направлении, сигнал нивелируется, и газонокосилка свободно проезжает поверх провода. Husqvarna Automover имеет датчик столкновений. При контакте с препятствием газонокосилка останавливается и продолжает движение в другом направлении. Корпус газонокосилки рассчитан на частое столкновение, поэтому ограничительный провод вокруг деревьев и вдоль стен не всегда обязателен. В удаленных местах с узким проходом можно проложить направляющий провод, облегчив путь газонокосилки по такому узкому участку. Некоторые модели также оснащены GPS-навигацией. Для первой стрижки газона мы выбрали максимальную высоту кошения. Вы видите, что газонокосилка-робот передвигается по участку в произвольном направлении. Это помогает ей посетить все самые труднодоступные уголки – под кустами, скамейками, между деревьями, везде. Как правило, через два дня, в зависимости от особенностей вашего участка, вся трава будет подстрижена. Теперь можно уменьшить высоту кошения. Газонокосилка-робот работает на участке даже со сложным рельефом. Склоны, ямы и посторонние предметы, такие как упавшие шишки и фрукты, не проблема. Конструкция газонокосилки позволяет ей косить и в дождь, что является большим плюсом, поскольку в дождь трава растет сильнее. Husqvarna Automover настолько бесшумен, что может работать всю ночь, никому не мешая. Вы полностью контролируете режим работы газонокосилки. Например, выбирая только ночные часы, чтобы днем газон был в вашем распоряжении. Время работы задается как на дисплее газонокосилки, так и в мобильном приложении Automover Connect. Husqvarna выпускает газонокосилки-роботы уже более 20 лет и постоянно совершенствует технологию. Благодаря этому Husqvarna Automover невероятно надежен, что очень важно. Если вам нужно надолго уехать, будьте уверены, во время вашего отсутствия газон всегда будет под присмотром. Прошла всего неделя, а результат очевиден. Вся трава на участке аккуратно подстрижена и никогда больше не вырастет слишком высокой. Теперь-то и начнется работа автомувера. Газонокосилка-робот продолжит постоянно работать и стричь траву по мере ее роста, но всего по несколько миллиметров за раз.
Это наиболее щадящий режим кошения травы, а также эффективный способ борьбы с мхом. Раньше вы наверняка стригли траву, когда она вырастала достаточно высокой, скашивая сразу по несколько сантиметров. Возможно, вы использовали травосборник для скошенной травы, но такой способ обедняет почву. Травинки, скошенные автомувером, имеют длину всего в несколько миллиметров. Они падают на землю в виде мульчи и быстро перегнивают, превращаясь в ценное природное удобрение для газона. Хускварный автомувер использует острое, как лезвие бритвы, ножи, поэтому срез получается очень чистый, что также способствует улучшению качества травяного покрова. Существует два типа газонокосилок-роботов. В первом используются тяжелые стальные ножи с высоким уровнем кинетической энергии, которые отрывают верхнюю часть травы. Автомувер же оснащен безопасными ножами Хускварна. Это очень прочные, но тонкие и легкие, свободно вращающиеся ножи. При контакте с твердым предметом они складываются внутрь, минимизируя повреждения. Автомувер имеет несколько датчиков. При поднятии газонокосилки режущий диск останавливается. При любом столкновении датчик останавливает газонокосилку, и она продолжает движение в другом направлении. Газонокосилка-робот имеет несколько уровней защиты от кражи. Для любых действий, начиная с запуска, нужен пин-код. Если пин-код не введен при остановке или поднятии газонокосилки, срабатывает сигнализация. Украденная газонокосилка не будет работать без своей уникальной базы. Если вы сообщите о краже, ни один дилер не примет ее на обслуживание. Некоторые модели имеют опцию GPS-трекер. Если газонокосилка окажется за пределами вашего участка, сработает сигнализация, а на ваш телефон будет автоматически отправляться координаты ее местонахождения. Компания Husqvarna предлагает широкий выбор газонокосилок-роботов для участков от 2 до 50 соток. Все они обладают инновационными технологиями и работают в сложных условиях. Одним словом, если вы устанавливаете газонокосилку-робот Husqvarna Automover, вас ждет ухоженный, красивый и здоровый газон. Каждый сезон.